Кто-то по три раза. Что, сейчас Любовь Ивановна прочтет? Потом... Я хочу прочесть стихотворение, которое посвятила моя сестра-близнец моему мужу. Завтра заканчивается вот эта юбилейная выставка Юрия Григорьевича на Конечном. Кто там был? Кто видел? Да. Вот она посвятила стихотворение, когда была здесь в 98 году. Мы отмечали 50 лет вот в этом зале. Можете себе представить? И она была у него в мастерской. И пришла сразу, и вечером написала вот такое стихотворение. В большой уютной мастерской, где пахнет свежей краской, с картин смотрели на меня творение души прекрасной. Вот взгляд упал на церковь, людьми давно заброшена, и сильный колокол звон поет нам песнь из прошлого. Как кисть художника светло смешала синь с белилом, и небо в мягких облаках в душу покой вселило. А вот все краски осени художник выплеснул щедро, и мысль сама меня несет из детства в дальнее село. И желтой хрупкой листвой шуршит мне бабье лето, что песнь моей судьбы такой вдали от родины запета. Но вот другое полотно в суровых острых скалах. Помните Ольхон? Темные, да, две картины? Из вечности темноты глядит, глядят века устало. И грозно шепчет отблеском нам бронзово светило, что наша жизнь в опасности безумие тратила. Пусть будут в мире властвовать художники и краски. Мир красоту они несут, со зла срывая маски. И жизнь пускай продлится еще хоть 100 веков, пусть мудрость переходит в краски сынам от стариков. Спасибо.